представлю вам два. С таким лицом, Ларионова, вам нужно замуж идти, а не сопромат изучать. Прошу. Стойте. Вернитесь, Ларионова. Дайте зачетку. Я поставлю вам 4. С такими ногами вам уже все равно никогда не найти. In America, все, все. Французские жены самые лучшие. Здорово! Здорово, пацаны! Привет, Ваня! Ваня! Привет! Джон! Ваня, рад тебя видеть, Ваня! Такая же фигня! Ну что, как семья? Как вы, ребят? Очень хорошо, я как раз Пьеру рассказываю, что у нас в Америке самые красивые женщины, самые красивые. У меня жена, она модель, you know? Она тонкая, как, по-русски, тростиночка, как тростиночка. Моя жена тонкий, как блиночка. Не, слышь, ну, мужики, ну вы как дети прям, а? Ну, что это за жены-то, а? Тростиночка, былиночка. Их в постели что, граблями искать надо? И... Да ну не обижайтесь, ё-ну! Не стучите. Войдите. Доктор, это вы войдите в мое положение. Что у вас? Доктор, у меня что-то... В последнее время руки очень сильно трясутся. Угу. Пьете много? Больше проливаю. Здравия желаю. Старший лейтенант Сидоров. Здрасте. Документы ваши прошу. Документики, да? Сейчас. Я смотрю, издалека едете? Да, издалека. Юрьев? Ага. А куда едем? Да, на озеро к друзьям, вон там, покупаться там. Ну. Купаться? Ну, да. Угу. А почему нарушаем? А кто нарушает, не нарушаем мы. Ну, как же, знак-то видели там? Какой? Поворот запрещен. У вас наша дисконтная карта есть? Чего? Антон! 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 Антошенька! Антошенька, что с тобой? Антон! Ну чего ты опять пьяный пришел, а? Ну чего пришел? Принесли! Ох.
Милый. Милый. Иди сюда. Значит, смотри, дома у нас будет все как в армии. Конечно, милый, конечно. Да. Начнем прямо сейчас. Угу. Смотри, угу. Каждую ночь у меня на тумбочке должны стоять 3 стакана. Один с водой, другой с водкой, третий пустой. А пустой для меня? Вот дура баба, а. Третий для меня. Если вдруг я ночью не захочу ни водки, ни воды. А, ну ладно. А, Маринка, привет! Привет, моя хорошая! Я так рада тебя видеть! 1000 лет не виделись! Я соскучилась по тебе! Я тоже. Ну как ты? Где работаешь? Работаю в банке. Ага. Ну, а увлекаешься чем? Вышиваю. Ну, как получается? Что-то получается, что-то не получается. А что не получается? Вышивка не получается. Ну, а что получается? Фигня какая-то получается. О, Григорий Александрович, здравствуйте. Привет. Ну, я смотрю, ты все эти свои кроссвордики гадаешь. Ну, да. Профессором станешь. Григорий Александрович. Да. Подскажите, вот в каком году было восстание Спартака? Ну ты, ну брат, ну ты что? Да? Ну это не ко мне, я же футболом-то, ну не увлекаюсь. Ты лучше это. На. И, как говорится, минуточку внимания. Ну, понеслось. Понес... Ну, что опять-то? Что ты такой грустный-то? Знаешь, Федя? Ну? Жена меня сегодня обозвала старым козлом. Опа. Ну, это она переборщила. Ты знаешь... Я вот я ее не поддерживаю. Я с ней не согласен. Ну, не такой уж ты и старый, а! Чего? Здорово, Дашка! Здорово! И вам не хворать. Копает. Трудоголик. Да. Копальщик. Слушай, Даш, yeah. А вот ответь мне на вопрос, а че вот прокуроры, когда на пенсию уходят, такими заядлыми дачниками становятся, а? Да просто потому, что они уже не могут не сажать. Да, точно. О, молодой, здорово. Падай сюда. Привет. Ну чё, как тебе первый день в офисе, а, новичок? Ну, слушай, нормально, так, хорошо даже. Угу. Слушай, а у вас есть какие-нибудь вот корпоративные игры в офисе или
значение. Слушай, ну... Хотя нет, стоп. На прошлой неделе, значит, генеральный наш, он устраивал чемпионат офиса по пасьянсу «Косынка». «Косынка»? Да. Слушай, а призы какие были? Призы глобальные. Троих победителей уволили нахрен. Дашка! Ой-ой, привет! А что это мы в декрет собрались? Чего ты взяла? Ну, вообще-то видно. Да ладно, скажи еще, что у тебя парня нет. Че это у меня парня-то нет? Есть. Вообще-то он шеф-повар ресторана. Че было сейчас вообще-то? Спасибо. Работайте, другие мои, работайте. Яковлев. Чё? А ты чего читаешь-то, а? Квантовую механику. А у тебя книга-то «Вверх ногами». Да? А какая разница? Слушай, вода-то холодная сегодня. Да ты же не купалась. Я ножки помочила. А что ты грустный такой? Да ну. Сейчас поедем домой. Пойдешь со своим Гришей в шахматы играть. Нет. Ой, что это? Что ты давно с Гришей в шахматы-то не играл? Ну, милая, а вот ты бы стала играть в шахматы с человеком, который каждый раз, когда проигрывает, шахматной доской дерется, швыряется фигурами этими шахматными и орет матом, и бегает, как оголтелый по комнате? Нет. Конечно, нет. Вот. Вот и он не хочет. Товарищ сержант. Да, товарищ майор. Скажите, как вам удалось поймать этого сексуального маньяка? Ну, что вам сказать? К утру он, конечно, сильно подустал. Вот, и я ему говорю, значит, я говорю, привет, я Вахтанг, я тебе ноги вырву, сначала одну, а потом вторую. И вторую, вах. И переставлю их местами. Правильно, чтобы шел смешнее. Пойми, дорогой, а я кушать буду, нет? Будет он кушать. Я голодный, как гризли, а давай бегом. Сейчас я принесу. Давай быстрее, он гризли, как голодный. И этому тоже надо ноги вырвать. Эй, ему нужно вырвать руки и вставить обратно в плечи. Я сейчас представил себе эту картину, а? Драма! Пойми, а? Пойми, зачем ты передерживаешь пальцем мой бифштекс, а?
Это из-за соображения технической безопасности. Вайме, ты дурак, а? Безопасность. Какой безопасность? Он что, убежит, а? Да нет, конечно. Я просто не хочу, чтобы он второй раз упал на пол. А, молодец. Тогда спасибо. Приятного аппетита. Вайме, вахтанг не понял. Он падал. Да ты чё? Ты чё ты делаешь? Да ты! Ты чё? 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 Ух, мы какие впечатлительные-то, а! Первый раз меня без макияжа увидел уже... А мне теперь что, с заикой жить? Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и на что жалуетесь. Вот народ, а? Доведет себя до последнего, понимаешь? А потом приходит и жалуется. Отдыхать вам больше надо. Пойдем, мальчик. Гриша, встань, а. Малыш. Малышка. Гриша, воскресенье, дай поспать. Спать хоть. Нет. А, малыш. Ой, ну, Гриш. Ну, хорошо, давай поиграем в ролевые игры. Давай. Ты шеф-повар. А я сплю. Понятно. Ой, красота. Не говори. Вовочка, иди покатайся на качелях, да? Весь тебя. Да. Такой же неуклюжий. Ну. Слушай, куколка, я хотел. Слушай, я ж Таньке забыла позвонить. Сейчас. Алло. Да, привет. Слушай, я. Нет. Погоди, да ладно. А у тебя как? Да? Ну, тоже хорошо, да. Ой, а... Да? Да, давай я тебе перезвоню. Ага. Да, давай, пока. Пупсик, ты меня удивляешь. Чем? Ты так быстро закончила разговаривать. На тебя не похоже, что-то случилось? Нет. Просто неправильно номер набрала. Ну, малыш! Малыш, это пожилая женщина! Хотите, молодой человек?
А у вас презервативы есть? Презервативы? Ну, конечно, есть. Вы какой предпочитаете? У нас есть со вкусом банана, киви, клубники, малины, вишни. Ну, я же не варенье варить собираюсь. А-а-а. Да, войдите. Здрасте. Михаил Эдуардович, извините, я опоздала, но я все написала. Хорошо, садитесь, пожалуйста. Ларионова, а у вас почерк изменился. Раньше у вас был другой почерк. Вы, часом, не беременны? Закончили, Яков? Давайте, да. Яковлев, почерк изменился в тот момент, когда я говорил о беременности Ларионовой. Похоже, папаша нашелся. Ну вот что это? Сколько можно тебе говорить, а? Вот я вижу, начал стекла ставить. А здесь что? Починим? Починим. Все, у тебя забито, как это. А это что, сетка? Вы что, слушайте, рыбу ловите, что ли? Смешно, ну, понимаешь. Господи, как он сказал, на башку это все может быть. Михаил, ну, еще неделя, и все будет тип-топ. Неделя, я от тебя эту неделю уже второй год слышу. Ладно, где моя машина? Давай. Так вот она, ласточка, стоит. Да ты шо? Да я ж тебя... своими руками. Да ты не забыл, что ты мне еще 1000 должен? Пока еще помню, но скоро забуду. Да я тебе... Михалыч! Михалыч, не это брось! Я тебя своими руками жил.